Друзья, всем огромный привет! Сегодня опять же будем делать с вами приспособление для вот этой УШМ. Я уже подготовил лист металла, будем сейчас вырезать. Первым делом вырежем с вами кусочек. 200 у нас будет длина на 120. У нас 120 на 200. Сейчас отрежем с вами два кусочка. 40 мм шириной и по 100 мм длиной. В пластине сразу сделаю отверстие на 8. Отступает 30 мм сверху. Ну, небольшой угол сделал. Ну, на глаз все подгоняться будет. Получились у нас вот такие два уголочка. Но я примерно их одинаково согнул. Накручиваем на УШМ. Получаем с вами вот такую вот картину. Приготовил я вот так вот две гаечки. Сейчас мы их вот так вот прихватим. Получили вот такую вот деталь. Немножко я гаечки закруглил. Складываем в сторонку. Теперь берем нашу пластину, отступаем 30 миллиметров отсюда и 30 миллиметров отсюда. И будем делать отверстие. На пластине я сделал угол, разметочку для себя, как я буду прихватывать этот навесик. Взял вот шпилечку. С другой стороны тоже гаечку. И сейчас мы вот так вот выставим и на сварочку прихватим. То есть у меня все соблюдено 90 градусов. За кадром я все шлифанул, уголочки закруглил, все обварил, добавил сюда вот такие два ушка, здесь резьба у меня пятерочка и второе ушко, вот таким вот образом. В принципе, все, не хватает низной пружины, у меня нет, так бы можно еще было бы пружинку добавить, но у меня ее нет, к сожалению. Осталось покрасить. Наши детали подсохли. Все красивенько. С этой стороны я небольшой изгиб сделал. Чуть-чуть я подзагнул, чтобы это вот на самом начале не было одной плоскости. Ну, естественно, немножко вот здесь полирнул. Барашечек у нас вот сюда. Берем саму УШМ.
Вот у нас с вами получилась такая вот штучка. Здесь, как понимаете, я сделал под направляющую. То есть у нас вот. И мы всегда можем зафиксировать. Правда, не под небольшие размеры, но тем не менее, под что-то выставили, можно пилить. Давайте попробуем, как она работает. Единственное, что вот этим углом надо было немножко побольше сделать угол. Можно было 0,5 выиграть еще диска. А за счет, вот видите, вот здесь вот. Вот так вот, наверное, будет лучше видно. Вот этот угол можно было бы чуть поострее сделать. Смотрите, какой ровненький пропильчик. Также можно убрать линеечку. Нужно, поставили направляющую. И берем спокойненько и пилим. Вот, к примеру, сейчас поставил зачистной диск. Ну, такой толстый. Можно взять, поставить по бетону, то есть все подручно, все можно поменять. Принес керамогранит вот. Пилить сильно не буду, я просто так для примера показал. Это самый дешевый диск, который есть. А вот у нас получается 4,5 и на 4,5 весь прорез. То есть все ровненько по линеечке, все пилит. Да, глазурь немножко слетает. Единственное, что бы я вот здесь доделал бы, я поставил бы все-таки, наверное, пружину, чтобы она была в натяжечку. Ну, хотя она не мешает вообще от них, что ее нету. И знаете, что бы еще сделал бы? Вот здесь вот промежуток бы я сделал бы побольше. А потому что лепестковый диск сейчас не станет сюда, только зачистной и отрезные. Ну, а так, в принципе, идея годная. Все работает. Люфта практически вообще нету. Вот я его шевелю, пытаюсь шевелить, люфта нет. То есть за счет болтов все хорошо зафиксировано. Ну и может быть поиграться можно было бы еще вот с этим углом. Может быть вот эти подлиннее сделать, саму кареточку. Видите, да, вот просто что вот получается вот так она опускается. А если еще приладить сюда пружинку, вот так вот, то вообще здорово. Ну, друзья, если вам понравился данный выпуск, обязательно палец вверх, пишите ваше мнение. С вами же я прощаюсь. До новых встреч. Вам всем крепкого здоровья. Пока-пока.